Даете ли вы добровольное согласие на это интервью? Да, да. На его запись и публикацию? Да. Сразу говорю, формат беседы, то есть можете задавать встречные вопросы, если хотите какие-то. На те вопросы, на которые вы не хотите отвечать, вы можете на них не отвечать. Это ваше полное право. Представьтесь полностью. Голубцов Иван Викторович, 12 марта 1990 года рождения. А где вы проживали? Ну, проживал в Причастии, в стане Сторожевая, Карачаево-Черкесия. Я не упомянул. Карачаево-Черкесия, республика. Это республика? Да. Угу. Можете рассказать кратко, как вы попали в Украину? Ну, когда? Ну, попал в Украину, это 28 февраля, угу. Непосредственно при заходе своей части. Находилась в Карачаево-Черкесии, совершила марш, и непосредственно 28 февраля зашли непосредственно на территорию Украины. Ну, вы, поскольку 28 числа уже заходили, да, вы уже понимали, что в Украине происходит где-то? Ну, как бы у нас, телефоны забирали, и как бы на конкретные вопросы, что зачем, как бы никто не отвечал. Ну, как бы... То, что в интернете некоторые видели, то, что проходит специальная операция. Какая у вас должность и звание? Капитан, начальник автомобильной службы бригады. Как капитан, начальник автомобильной службы бригады, вы понимали, куда направляется ваша бригада? Ну, то, что на территории Украины. Все-таки понимали, что на территории Украины? Ну, да. Угу. С какой целью, как вы себе это определяли и как для вас определяла это командование? Ну, как бы конкретики вообще никакой ничего не доводило. Вообще не было конкретики. Вы так тихо разговариваете, я вам еще. Конкретики как бы вообще, вот задачи, что именно, как бы вообще ничего не было, информации. Как бы команда не отвечала на эти вопросы, потому что она как бы, не знаю, может, командир знал, а остальные это никто не знал. И вы командиру не задавали вопросов, почему? Ну, просто, что не знаю. Так отвечал. А если взять процесс вашего захождения, вот вы заезжаете, вы знаете, вы понимаете, что вы заезжаете. Вы, как командир, наверное, автомобильной бригады, не можете не понимать, что вы попали на территорию Украины, правда? Ну, при движении это видно, что там боевые действия. Ну, я как бы, моя задача была эвакуация техники. Я, получается, днем заходил, забирал неисправную технику и обратно в Крым эвакуировал ее. Как бы видно то, что там боевые действия идут, война идет. А каким образом именно вы эвакуировали и какую технику? Ну, своей части, неисправную технику своей части. Какая это техника? Ну, это гусеничная МТЛ была. А чем вы эвакуировали? Ну, у меня, получается, специальная техника была для эвакуации. Там мастерская, РМКЛ. И как часто вы могли зайти, сколько километров проехать для этой эвакуации, и в какую, куда вы именно заходили? Ну, до... Получается, до Новой Каховки, до нее доходили, и пару раз, пока не попал в плен, до Херсона. А что далеко? Это сколько времени у вас занимало заход? Получается, я утром заходил, в обед возвращался, максимум два, если техника рядом находилась, два марша совершал и все. Ну, вы видели раненых, убитых? Погибших там, разбитую технику, правильно? Да, разбитой техники много было. И нашей, и этой. Что техники в Украине? Там всего за часть около 120 единиц, где-то так приблизительно. 120 единиц, а какой это техники? Ну, это вот гусечная МТЛ-БВ и остальная колесная техника. А личным КамАЗ. Составом? Ну, личного состава где-то под 800 человек, чуть побольше. 800? 800. Сколько из этой техники вы поломалось, которую вы вернули назад? Порядка около 30 единиц. Это была поврежденная во время боевых действий? Или... Ну, это неисправная техника, в ходе марша. То есть машина ехала? В основном вы забирали неисправную? Да, я только неисправную, да. Только неисправно. Я все забирал. У нас до 5 марта там я только неисправно. А после 5 марта? Я 5 марта в плен попал.
Хорошо, со состоянием на 5 марта, вот из 120 машин, сколько вот 30 вы вернули и сколько еще осталось невернутых, которые жестко разбомблены там, или повреждены? Ну, там немного машин, 7, наверное, осталось, 7-8. Ну, как бы далеко, там особой связи не было, как бы, но там, может, какие-то что-то было и больше. Сколько просто у вас подчинений было бойцов? Ну, порядка 7 человек. А чем они занимались? Ну, чисто эвакуация техники вот занимался и все. Чисто эвакуировал. На разных машинах, получается, вы ездили? Ну, у меня, да, это РМКЛ, получается, аукционный тягач, мастерская, ну, иногда я трал брал. Вот и все. Когда вы заходили в Украину, уже видели бои и последствия боев и все остальное, о чем вы думали? Ну, я как бы бои не видел, но видел вот Новокаховки, ну, вдоль дороги, ну, сожженные дома, да. Да, вы видели. И дома? Да. Ну, как бы, ну, понимал, что тут, ну, что война начинается, то, что это, ну, серьезные боевые действия, что, как бы, что люди страдают. Так, и вам было все равно? Ну, а как бы, что я бы изменил бы? Ну, как бы, не все равно, ну, как бы, людей-то, ну, не видел, потому что где войска стояли, гражданских-то никого не было. Ну, вы же говорите, сгоревшие дома вы видели. Ну, это да, видел. Ну, а если есть сгоревшие дома мирных жителей, значит, наверное, есть и потерпевшие мирные жители? Ну, потерпевшие-то, конечно. Да и погибшие тоже по-любому были-то. Говорите нам, чем же это? Да и потерпевшие, ну, но тоже-то задумался об этом. Так, но... и к чему вас приводили, к каким выводам ваши мысли? То, что много людей страдает. То, что не понимал, ну, для чего это все. Почему так все это происходит? Но тем не менее вы продолжали ездить и делать то, что вы делали. Ну да. Мысли не было. Не хотелось остановиться, не хотелось как-то протестовать против этого. Да не, ну а как протестовать? Что сделать? Просто даже не знаю. То есть что? Вы считаете, что от вас, в принципе, ничего не зависит? Ну, от меня одного, да. Я даже что если бы ушел бы лишь. Ну, окей, что-то ладно, бы сделал бы, понял, ну и что бы сделал. Ну, получается, под Николаем находился на рысе. Ну, получается, маршрут проезжал, чтобы прочитать количество, если нету по маршруту, но своя неисправная техника. И получается, вот машину, ну, получается, ну, обстреляли, ну, она заглохла, попыталась завести, ну, и гранатомет попал. Ну и все, и получается, машина загорелась, но мы вышли и попали в плен. У нас четверо человек было. Машина загорелась, вы вышли из машины? Да. Как? За рулем кто-то был? Ну там водитель и со мной еще два человека, нас всего четверо было. А где вы находились с двумя еще людьми? Ну в рысе там сколько, 5 человек помещается, вот нас четверо человек было. Это получается возле водителя непосредственно в кабине, там все, все размещаются? Ну, да. Ну да, я ну как понимаю, джип. Я же не ездил ни разу в рейсе, я не понимаю. Ну да, как бронированный джип получается. Все, теперь я понял. Подбили рейс ваш. Да. И вы вышли. Ну да, и все. Ну и все, и нас взяли в плен. Вот этот под Николаем как, был. Как взяли в плен? Ну сразу как? Вышли, сдавали. Ну, ну люди да ждали уже, и ну мы все, мы без оружия вышли и нас все взяли, сдали в плен. Угу. Я понял. Что вы можете передать людям, которых отправляют сейчас в Украину, готовят к отправке, которые уже в Украину? Как вы можете описать для них войну и что вы можете им передать? Ну, война это как бы, это страшно. Нет, то, что здесь конкретно происходит. Ну, то, что люди погибают здесь, то, что мирные жители страдают, то, что... Сейчас не понимаю, для чего это все происходит и что это дает. Много потому ли вы что... слышали нацистов, а уничтоженных нет. Нацистов каких-то, или много ли вы их встретили? Нет, еще ни одного не встретил, как бы все. Поразительно. Вы, наверное, уже где-то около 50-й у нас респондент. И вот все идут кого-то денацифицировать, а ни одного нациста никто еще ни разу не встретил. При том, что разговор, как вы понимаете, еще раз говорю, абсолютно добровольный, да? Ну да. Расскажите, пожалуйста, не стесняйтесь, расскажите про нацистов. Ну, их нету, ни одного не видел. Все люди как бы на русском, на чисто русском говорят. Как бы даже и на украинском-то особо никто не говорил. Так все русскоязычные люди, все простые, нормальные люди.
Ну, не нацистов, ничего а не встретил. Вы сюда в таком случае? Как вы объясняете себе всю вашу спецоперацию, так называемую? Если честно, я даже сам не понимаю до конца. Для чего это? Я не думаю, что здесь имеет смысл как-то долго беседовать, потому что я не знаю, я не понимаю, я не слышу. Ну да. Ну то есть, все, спасибо.